8 команд, представлявших сборные Тюменской, Омской, Челябинской и Свердловской областей, а также Ханты-Мансийский автономный округ и Москву, то есть сильнейшие юные баскетболисты своих регионов, были разбиты на две группы. По две лучшие команды выходили в полуфиналы. Как признавались многие тренеры, они были приятно удивлены, увидев в нашем городе такой замечательный баскетбольный зал, играть в котором одно удовольствие. Удивительно, что в таком городе вот есть такой зал прекрасный, размещение хорошее. Честно, удивлены немножко. В своей группе сборная физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода разобралась с челябинцами и тюменцами, уступив лишь юношеской команде ЦСКА из Москвы. В оконцовке не хватило, так сказать, скамейки. У них больше игровой опыт, мобильная команда. Она в Европе играет и так далее, и так далее. В полуфинале наши в очень принципиальном и напряженном поединке переиграли первую сборную Свердловской области и по праву вышли в финал, где им вновь предстояло помериться силами с москвичами. Как отмечают специалисты, итоговое распределение мест вполне закономерно и прогнозируемо, если не брать в расчет выступление сборной Челябинской области, которая по своему потенциалу должна была быть как минимум в четверке, но в итоге заняла лишь пятое место, что еще раз говорит о силе остальных коллективов и турнира в целом. Есть ребята очень хорошие, да, по данным, по всему, но видно нехватка игровой практики, по всей видимости, далеко там ездить, добираться, где команды, и это чувствуется, да, их неуверенность. Они в каждой игре прибавляют и прибавляют, побольше играть будет другой рисунок. В финальном матче между сборными Москвы, ЦСКА, и второй сборной Свердловской области, ФСК, СТЗ, напряжение достигло апогея. На трибунах, впрочем, как и на протяжении всего турнира, был аншлаг. Полевчане бились как могли, но соперничать с знаменитыми сверстниками из Москвы им пока не по силам. Как итог, поражение со счетом 69-78. Ребята, конечно, сделали все возможное. Они, ну, как, в принципе, говорит, еле уползли от Полевского. Я так говорю, точно так. Довольны игрой, в принципе, нормально. Хорошую игру вчера со Свердловском показали, Челябинском играли, сильный. В общем-то, нормально. Дома, так сказать, и стены помогают. Третье место заняла первая сборная Свердловской области, обыгравшая мячей. Несмотря на поражение в финале, сборная физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода завоевала путевку в финальную стадию первенства России, которая состоится в феврале, возможно, снова в нашем городе.